Добрый вечер, дорогие друзья. У нас небольшое ЧП. Новая тайга через решетку прокусила нашей луйке лапу. И это все при мне происходило. Да хорош вам! И порвала ей ухо. Не знаю, отсюда видно, нет, но я сейчас пойду ей его смотреть. Смотрите, надо закрывать. Нельзя! Надо закрывать эту часть. Что-то они с каждым разом все злее и злее на друг друга. Нельзя, сказал! Я тебе сейчас! Нельзя! Вон, посмотрите на ее ухо. Главное, чтобы не упало. Сейчас пойду попробую забинтовать его. Обработаю. И, наверное, Алиту сейчас выпущу отсюда. Алита, давай иди отсюда. Иди гуляй. Иди давай гуляй. Что стало? Сразу за малой побежала. Посмотрите, как умка радуется ей. Даже мясо дала ему забрать. Умничка, Алита, неконфликтная, умничка. Арюшка, подожди. Сейчас закрою дверь. Полку надыбила. Чё надыбилась? Вон, кусок доедает, здоровый. Ему, наверное, килограмм туда 7 сейчас мяса кинул. Чё ты шарахаешься? Шарахается, это сытся. Вон, потрясла ухом и меня задела. Иди сюда, ухо покажу. Иди сюда. Так, стой. Сиди. Сиди, сказал. Сидеть. Сидеть, Луя. Сидеть. Все, дай посмотрю. Сидеть, сказал. Сидеть. Сидеть. Вот так вот порвала ухо. Подожди. Все, хорош.
знаю, паск прокатит, не прокатит тебе это. Хоть что-то. Сейчас снимешь, наверное. Вот так вот, вот кобздец. Короче, блин. Все понятно. Надо снимать. Сейчас вот так. Вы посмотрите, что этот малой творит. Побег из Шоушенка. Ты че, блин, малой? Рамзан приехал, сегодня погостил, сделали вот такую приспособу, простенькую. Ты куда выходишь, а, малыш? Ты куда? Иди сюда. Ты покушал хорошо, я тебе дал мяско. Блин, комары кусаются. Куда вылазишь? Куда полез, а? Арю тебе. Ну, сейчас она побегает с Алитой. Я ее отпустил. Ждем их. Луика, ты бедная. Своим ухом. Ничего, заживет. Не будешь лезть, будет уроком. Так-то характер у нее капец. Дощечку сюда надо подкладывать. Вот, молодец. Не надо. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у нас с погодой все прекрасно. Не так жарко, кстати, солнце печет, но ветерок прохладный. Подошел я к Луи, она вся в крови. Луика, ты чего такая вся разматанная, а? Сейчас поедем твое ухо зашивать тогда. Не вариант так, чтобы ты ходила там кусочек вон. Иди покажи, иди сюда. Вон. Капец, надо зашить его. Вот. Теперь не убегает. Малыш, идите сюда. Идите сюда. Красавцы, идите сюда. Вот, молодцы. Сейчас вам дам покушать малышам. Ну, а с тобой все, уже записал тебя. Сейчас поедем в клинику зашивать. Да. Боец, ё-моё. Все лайки так друг друга рвут вон. То, что вы будете делать, когда вырастете? А эти что вообще делают? Я не представляю. Ой-ка, блин, капец. Так жалко тебя. Да, Луя все обслюнявила, скажи. Стресс, да, тоже в машине. Не очень переносим ее. Ну ничего, потихоньку, помаленьку попривыкаешь, вон слюни текут. Сейчас пойдем, отдышись чуть-чуть, отдышись. И все. Тихо. Подыши немножко, красотка. Вот она какая.
Друзья, насчет... Сейчас, подождите. Эй, фу, нельзя, голубь не увидел. Насчет локтей вы мне много кто пишете, что надо срочно лечить ногти. Друзья, я ни одного ветеринара узнавал про это. Мне сказали, это защитная реакция на вольер, на те доски, которые покрашены. И тело дает такой организм защитную реакцию и покрывается корочкой. Ну, как мне объяснили. Поэтому я думаю, когда будут другие вольеры уже для них, то у них это пройдет со временем. Еще слюни текут до сих пор. Да, красавец. Уйка. Когда у тебя слюни прекратят течь-то? А? Ты что стрессуешь? Луя. Эй, кажись, красотка. Вот нам зашили ушко. Красавец. Все? Не, у меня безнал будет. По карте. Ты уже за попу все кусаешь, а? Или не все? Почему-то одно ассистентное. По карте, да? Да. Так, ну вот нам, в принципе, вот так вот подшили. Давай на солнышко. Ай, ничего не видно. Ой-ка. Вот так вот. Чуть-чуть деформировалось, конечно, ушко. Но ничего, я думаю, подровняется. Шерстью зарастет. И будет красота. Вот так вот. Будешь отдельно сидеть неделю, как точно. В принципе, небольшой разрез, но все же. Не хочется, чтобы ухо висело. Не хотелось бы. Ну-ка, посмотри сюда. Луя, смотри сюда. Луйка. Луя, смотри сюда. Луя. Ну, чуть-чуть, видите, сгинается ушко. Ну, подрыв, под выровняться ей 5 месяцев только. 5,5.